Всем привет! Вы на канале GD News, и это GD Community News, выпуск 105. Поехали! А перед началом хотел бы сообщить, что Chipster Game ищет 8 креаторов и верифера для своего уровня. В уровне нужно еще много чего изменить, поэтому если у вас есть желание, я оставлю ссылку на Discord Chipster Game в описании. Виплин сообщил в своем твиттере, что премьера Geometry Dash Awards 2.1 состоится 14 декабря. На протяжении 2 недель мы сможем голосовать за понравившихся кандидатов на различные номинации. Также выйдет короткометражная анимация «Прелюд». О 2.2 еще нет никакой информации, хотя, как мы знаем, ранее сообщалось, что обновление выйдет сразу же после короткометражной анимации. То есть можно предположить, что 2.2 уже будет в январе. А также предлагаю посмотреть на уровень Танос, который был рейтнут на Extreme Demon. А теперь переходим к прохождениям. Saint прошел Extreme Demon Ultrasonic за 15 770 попыток. Его он проходил на протяжении 3 недель. Это его хардост. Его наихудшие сливы были на 91% 9 раз, 92% 2 раза и 95%. Я прошел, блять, наконец-то! Хорош! Ильмарфит поменял название канала на It's Ильмарфит и установил рекорд 74% на Extreme Demon Artificial Ascent. 74%. Его предыдущий рекорд составлял 51%. Демон находится на 45-м месте в топ-150. Удачи! Также он сделал прогресс 28-100. 74! Thunder BT прошел Extreme Demon Night Party на iPad за 4043 попытки. Его наихудший слив был на 88% 2 раза. Almos прошел Extreme Demon Erebus за 26325 попыток. Он проходил его на протяжении 5 месяцев. Демон находится на 21 месте в топ-150. ГЦ. Обидно! Серьезно? Да. Монстр прошел Extreme Demon Phobos за 9291 попытку. Демон находится на 80-м месте. Гизбро прошел Extreme Demon Stalemate Redux за 3284 попытки. Демон находится на 34-м месте в топ-150. Его наихудшие сливы были на 70% 8 раз. ГЦ. Why? I hate you. You got so many close calls. You should have died like 10 times. Савун прошел Extreme Demon Polish Alphabet за 1313 попыток. Демон находится на 149-м месте в топ-150. Анезрон установил рекорд на Polish Alphabet на телефоне 81%. Удачи ему. Мулси прошел Extreme Demon Bloodlust за 13510 попыток. Он прошел его всего за 36,5 часов игры. ГЦ. Yes! Asphyxia прошел Insane Demon Hypersonic за 5459 попыток. Его наихудший слив был на 91%. Саникс прошел Extreme Demon Бутити 3. Его наихудшие сливы составляли 74% 2 раза и 94%. Его он проходил на протяжении 2 недель. Демон находится на 54-м месте. Робби ГД прошел Extreme Demon Titan Complex за 16600 попыток. Его наихудший слив был на 80%. Демон находится на 24-м месте в топ-150. Он терминатор, это комплекс! Yes! Он терминатор! Флюк де Лобзич! Сайзек Плей установил рекорд на Extreme Demon Sonic Wave 49%. Напомню, также у него есть прогресс 55-100. Удачи! 49! 49! 100!
MDNGD прошел свой первый экстрим демон Temple of Destiny на телефоне за 3124 попытки. Поздравляем! Я прошел Temple of Destiny! 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 Death Gamer сделал огромный прогресс с 1977 на экстрим демоне Bloodlust. Также он сообщил, что у него было без записи 1998, а также он установил рекорд 53%. Ну что же, удачи ему. Крейзен прошел экстрим демон Зодиак за примерно 20 тысяч попыток за 7 месяцев прохождения. Его наихудшие сливы были на 73, 75, 79 и 97%. Поздравляем! That was my first time getting the shock. Did you hear me? That was my first time. Asriel XL прошел Extreme Demon Retention на телефоне за 3360 попыток. Его наихудший слив был на 95% два раза. Это его 10-й Extreme Demon. ГЦ. Я извиняюсь, так как долго готовил этот выпуск, скачал видео только с 84%. Bold Step прошел экстрим демон Auditory Breaker за более чем 3000 попыток. Демон находится на 31 месте в топ 150. Лензайр прошел экстрим демон Carnage Mod за 9336 попыток. Его наихудший слив был на 98%. Демон находится на 77 месте в топ 150. Я прошел. Батя, просто отец. View Sonic прошел экстрим демон Sigma за 14979 попыток. Его наихудшие сливы были на 78, 80, 83% 3 раза и 85% 3 раза. Это его новый хардост. Демон находится на 18 месте. ГЦ. I beat it! Yeah! You did it! I beat Sigma! Technical 49 прошел экстрим демон Artifice за 1811 попыток. Его наихудший слив был на 94%. Демон находится на 81 месте в топ 150. Крон 44 установил рекорд 58% на экстрим демоне Зодиак после месячного перерыва. Пожелаем ему удачи. Уми прошел свой хардест демон Aftermath за 2342 попытки. Демон находится на 106 месте. Beat it. Finally! Эйруни прошел экстрим демон Digital Descent за примерно 2500 попыток. Демон находится на 30 месте в топ 150. Yeah, beat it. Элдекс прошел экстрим демон at Marvel за 11219 попыток. Демон находится на 90 месте. Его наихудший слив был на 95% 4 раза. ГЦ. А это что? Это уровень. Дэн Лом прошел экстрим демон Artificial Dream за 26000 попыток. Его наихудший слив был на 88%. Он проходил этот демон на протяжении более чем 7 месяцев. Он находится на 134 месте в топ 150. ГЦ. Я не верю, пацаны, это закончилось. Я прошел Artificial Dream. Да ладно? А почему залагало? Почему залагало? Нет, не залагало, отлагало. Bold Step установил рекорд на экстрим демоне Уроборус 44% и сделал прогресс 37.95. Тема находится на 13 месте в топ 150. Кстати, Bold Step вернулся после 3 месяцев неактива. Голден прошел экстрим демон Idols за 1988 попыток. Его наихудший слив был на 86%. Демон находится на 98 месте. Guys, I just beat Idols. You beat fucking Idols? What the fuck? Samson LN The Duck прошел экстрим демон Blade of Justice за полгода прохождения. Демон находится на 87 месте. Некси установил рекорд 59% на экстрим демоне Будет Т3, флюкнув 47. Демон находится на 54 месте. Удачи ему!
Bold Step прошел Extreme Demon Battle Royale of Fate за примерно 3000 попыток. Демон находится на 88 месте. I beat it! Крейзен прошел Extreme Demon Booty T3 за примерно 5400 попыток. Его наихудший слив был на 95%. Демон находится на 54 месте. ГЦ. I'm so good at this game. Ну а вы были на канале GD News. Спасибо за просмотр. Всем пока.